Песни о Великой Отечественной войне на разных языках исполняют музыканты со всего мира в рамках международного фестиваля «Дорога на Ялту». 1 сентября конкурс стартует на набережной Ялты. Из 157 заявок, присланных из 37 стран, жюри отобрали всего 15. В год памяти и славы под небом Ялты музыканты со всего мира на своих родных языках исполнят лучшие советские музыкальные произведения о Великой Отечественной войне. Сильнейшие из конкурсантов поборются за победу и денежные призы. Жюри фестиваля сформировано из именитых российских музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусств. Возглавляют жюри народный артист Лев Лещенко. Здесь очень много компонентов, когда мы оцениваем людей на таком форуме. Ну, безусловно, это не только голос, это не только актерское мастерство, но главное – это умение правильно сформулировать свое отношение к этой песне. Ведь им очень сложно. Знаете, ну вот китайский, допустим, исполнитель или француз или немец, ну как прочитать вот это все, как войти в настроение, как интегрироваться вот в эту среду. И вот это самое главное. По решению Организационного комитета фестиваля в связи с объявленной ВОЗ пандемией вируса COVID-2019, закрытием границ и авиасообщения между странами, полуфинал фестиваля состоится 8 мая этого года в формате онлайн.